Очередное заседание Рассказовского городского совета народных депутатов посвятили итогам социально-экономического развития города за 9 месяцев 2016 года. Для решения стратегических задач разработаны и реализованы мероприятия 20 муниципальных программ. Решение вопросов местного значения осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации. В отчетном периоде принято 1771 постановление и 292 распоряжения администрации города. Из них 141 документ носит нормативно-правовой характер. Создана необходимая нормативная правовая база для эффективного решения задач по обеспечению развития экономики и социальной сферы города. Была затронута деятельность малого и среднего бизнеса, доходы и расходы производственного комплекса города, а также работа в сфере культуры и спорта. Кроме того, обсудили вопросы о внесении изменений в перечень предприятий и имущества, передаваемых в муниципальную собственность города, а также о возможной передаче муниципального рассказовского рынка в государственную собственность Тамбовской области.